Всем привет! Для тех, кому нравится видео про еду, неважно, что это будет, приготовление, покупка или просто как кто-то ест на камеру. Просто вчера один человечек меня просил, чтобы я снял что-нибудь про еду. Я решил, окей, что-нибудь сниму про еду. Но у меня особо не было в последнее время снимать что-то про еду, но я решил, ради одного человечка я сниму это видео. Недавно я был в магазине, после работы пошел в магазин. Купил, в общем, те продукты, которые посчитал нужными. Ну, то есть, кое-где я сэкономил, кое-где я не стал экономить, а кое-где я купил лишнее. Ну, то есть, вроде это можно было и не покупать. То есть, ну, купил то, что себя просто побаловать, какое-то лакомство. Давайте начну, в общем, что я купил. Начнем с первого пакета. Ну, то есть, просто я пока покупал, забыл купить два больших пакета. Купил, короче, я печенье, я всегда покупаю печенье, в основном покупаю дешевое печенье, ну просто я не могу чай без печенья. Ну, кому интересно, да, печенье купил. Дальше, купил вот такой вот батон. Ну, обычно я батон покупаю, когда ем геркулесовую кашу, а так мне обычно вредно есть что-нибудь вообще булочное. Купил кефир, то есть это входит мой в постоянный список продуктов, потому что я стараюсь кефир всегда употреблять перед сном. Так, ну вот у меня теперь второй основной пакет. Купил, в общем, бананов. Это, можно сказать, я лишнее купил, но я люблю бананы. Поэтому я один банан оторву, я просто еще не ел, я голодненький. Вот, я голодненький. Хочу банан. Дальше, поехали. Купил сосиски себе. И тут можно долго спорить, что мясо не нужно. Я как мужик, мне мясо надо, поэтому... Без мяса никуда. И поэтому я купил себе сосиски. Не удивляйтесь. Дальше. Купил себе рис. Я вообще купил дешевый рис в пакетиках, который нужно варить 15-10 минут. Вот. Купил сахар. Сахар мне нужен. Но это я покупал сахар на работу. Купил хлеб, землянику, рузу, майзе. Вот. Купил кофе на работу. Можно сказать, это было лишнее, но мне так захотелось. Я захотел такой кофе Jacobs. И мне, кстати, это кофе нравится. Нравится тем, что не такое горькое, как другой кофе я обычно покупаю. Там какой-то дорогой очень кофе покупал. И вроде думал, вроде качественное кофе должно быть, если оно дорогое. А вот это кофе, оно все-таки немного дешевле от остальных марок кофе. И мне просто нравится то, что он не такой горький, как другое кофе, когда пьешь, горькое. Вот еще что лишнее купил, это, можно сказать, сливки. Это вот как раз добавлять в кофе, чтобы было просто вкуснее. Надо банан съесть еще. Я голодненький. Я просто пришел, а ничего толком не ел еще. Голодненький. Так. Продолжим дальше. Вот купил к чаю лимон. Это тоже лишнее купил, потому что мог бы просто... Печенье, ну как бы достаточно то, что я купил печенье, а лимон это уже лишнее, это как бы можно сказать роскошь. Вот. Но мне захотелось лимона, поэтому лимон с чаем, мне хочется. Купил я, в общем, еще соль, только мелко, просто перед этим я покупал последний раз соль морскую. И морская соль отличается тем, что она... большая, а когда ты покупаешь стандартную соль, то она мелкая такая, поэтому можно сказать, как бы вроде и лишняя, а вроде вещь и нужная, потому что когда там ты что-то готовишь,
например, второе, то обязательно нужно солить иначе. Иначе, что это за еда такая, когда ты в блюдо не добавляешь все-таки соль? Ну, хочется, чтобы немножко было солененькое. Вот. Но мне надо было мелкую соль, потому что мне было неудобно есть с морской солью. Ну, просто они такие большие, такие грабульки, то надо было вот купить все-таки мелкую соль. И последнее, что я купил, тоже лишнее было, но это здесь для себя. В общем, купил вот 3 в 1, какое-то вот такое кофе купил, Nescafe. Вот, и купил Indian Instant Coffee 3 в 1. Вот вы смотрели вот такое видео. Я делал покупку, в общем.